Тем временем в Восточном Казахстане бушует непогода. Обильные дожди сменились снегопадом, и это стало причиной десятков ДТП. Три из них со смертельным исходом. Эта авария произошла сегодня на трассе Усть-Каменогорск-Ридер. Лоб в лоб столкнулись легковые машины. Одна женщина погибла, трое пострадали. Здесь ничем не поможешь. Скорую помощь только ждать. В зеленой жиге, кажется, погибла женщина, водитель, еле-еле живой. В этой серебристой приоре все живые, но это в крови. Ранее под колесами авто умерла женщина. Из-за снега и дождя водитель не заметил пешехода. Еще одна смертельная авария случилась на трассе Усть-Каменогорск-Быструха. Там также столкнулись два авто, погиб 16-летний подросток, три человека в больнице. В результате чего два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа департамента полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Были и другие происшествия. Несколько десятков машин дорожным службам пришлось вытаскивать из кюветов. На опасных горных участках из-за обильного снегопада ночью закрывается движение для транспорта.